хочу показать вам очень оригинальный вид транспорта, которого у нас нету. Это между городской автобус, который называется Sleeping Bus. Здесь все места лежачие, как в паскартном вагоне. Почему именно в Азии начал развиваться такой вид транспорта? Потому что здесь малое количество железных дорог, но иногда между городами огромные расстояния, которые в сидячем положении проехать очень трудно. И поэтому здесь между городами, где расстояние больше, чем 400-500 километров, курсируют вот такие слипинг-базы. Пойдемте, я покажу вам его изнутри. В Индии руль с правой стороны. Поэтому мы будем располагаться прямо за водителем. Вот такой незатейливый кондиционер. Итак, Sleeping Bus изнутри. Оригинальный азиатский вид транспорта по типу плацкартного вагона, где все места лежачие. И с одной стороны это просто отдельные места, а с другой стороны двухместные кровати огромного размера, где можно спокойно спать вдвоем. Самое интересное — задние сиденья двухместные. Вот с нами едет сборная Бомбея по крикету. Ребята размещаются. А наши места в самом начале возле водителя.